Всем привет, друзья! Сегодня готовлю быстрый и вкусный завтрак или перекус для всей семьи. Приготовим начинку. Тонкими кружочками нарезаем ветчину. На крупной терке натираем плавленый сырок и 100 грамм сыра моцарелла. Начинка может быть любой на ваш вкус. Можно брать любую колбаску и сыр. Добавить грибочки, помидоры, болгарский перец. Приготовим соус. Смешиваем 2 столовые ложки майонеза с 2 столовыми ложками кетчупа. Я вместо кетчупа взяла томатную пасту, перемешанную с водой 1:1. Приготовим тесто. В миску вбиваем 5 яиц. Добавляем 5 столовых ложек сметаны 15% жирности. Перемешиваем. Добавляем 1/2 чайной ложки соли. 5 столовых ложек с горкой муки и 1/2 чайной ложки разрыхлителя. Перемешиваем. Сковороду у меня диаметром 28 сантиметров. Смазываем 1 столовой ложкой растительного масла. Переливаем тесто. При помощи кисточки смазываем соусом. Выкладываем начинку. Накрываем крышкой и обжариваем на умеренном огне 12-15 минут до готовности теста. Пицца готова. Такое блюдо готовится очень быстро и легко, а получается вкусным, нежным и сочным. А вам я желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.